И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня запишу очередной видосик по бездонатику, как вы уже поняли. Сегодня я захотел сыграть вот такую вот каточку в режиме ДМ, в принципе, карта не сильно играет роль. Сегодня проверим, может ли нагибать вас пожига у нас в ДМ режиме на таких маленьких званиях. У нас как раз сейчас будет падать уже золотой ящик, попробуем его сейчас поймать, найти точечку, где у нас голдик падать будет. Быстро, 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 где точечка, не вижу, не вижу, не вижу. Ах, вон там летит, ё-моё, быстро, быстро, нитрушку прожимаю. Давай, фриз, не морозь, там никого. А, нет, есть корпус, ах. Можно было забирать золотой первый на данном аккаунте, кто смотрел предыдущую серию. Я купил себе на данном аккаунтике вас пожигу. И пока планирую играть именно на данном сочетании, безусловно. Его будем потихоньку прокачивать, вот пока как раз таки надо уже поставить по первому шажку, а то я забыл поставить. Ну и сегодня скатаем вот такую вот демочку, постараюсь я показать максимум, что может вас пожига именно в ДМ. Безусловно, карта не прям так жестко подходит к данной карте, но посмотрим, насколько сильно можно нагибать именно на этой вас пожиге. Все-таки вооружение у нас очень-таки отличное, я бы сказал, что корпус, что пушка хорошо сочетается между собой, при том, что у жиги сейчас жесткий такой баланс, который дает нереальнейшее просто горение. Я попробую занять первое место, посмотрим, сколько киллов, кстати, в этой катке я смогу набить. Мне тоже самому очень интересно, насколько она вообще жига дает нам набрать киллов на таких званиях. Не знаю, если честно, хотел записать ролик по джиггернауту, но зашел, посмотрел, что для джиггернаута у нас еще звание не позволяет. Поэтому катаем демочку и смотрим, может ли вообще вас пожига что-то здесь противопоставить каким-нибудь, вот, например, таким опасным викограммам. Поэтому, при том, что меня закинуло на катку, я ефрейтор, меня уже закинуло с мастер-капралами, даже одно звание есть первый сержант, нифига себе. Конкретно, конечно, мне жестко не подфартило, могло бы меня, конечно, закинуть с какими-нибудь новобранцами, но как есть, так есть. Ничего уже не будем переделывать. Посмотрим, насколько в этой катке я смогу жестко подняться именно таки по рейтингу. 20 очков рейтинга у меня уже на ефрейторе имеется. Для меня пока непонятно именно за что на таких маленьких званиях может прибавляться рейтинг. Скорее всего, он прибавляется еще от количества опыта. Ну, я имею в виду от звания вашего. Поэтому в этом плане очень-таки интересно, насколько быстро он здесь вообще будет подниматься с нуля. Так, давайте сольем вот эту опасную дикожигу. Конечно, я зря на нее поехал. Мог бы сейчас легко пойти слить какой-нибудь там, не знаю, вот такой изи танчик. Но пошел зачем-то нагибать очень жестко опасного пацана. Пока идем на втором месте. Я бы не сказал, что так плохо, потому что, ну, ребята уже играют с такими более прокачанными вооружениями, можно так сказать. Тут уже, я смотрю, и комплектики какие-то у ребят появляются. Но все-таки, если звание у ребят повыше, им уже в этом плане при нормальном вооружении, например, даже вот на, ну, в принципе, фриз, это ладно еще. Вот там был, я видел, парень на М1 смоке уже катает, так что такой вот опасный парниша точно имеет больше шансов для нагиба, чем я на своей воспожиге. Ну, тем интереснее будет данный бой, пока идем на втором месте. 13 киллов уже у первого места, поэтому давайте стараться именно вытягивать данный боечек. Кристаллики мне на данном аккаунте очень-таки нужны. Будем мы постепенно прокачивать свою воспожигу. Ну и, конечно, накопим еще кристаллы на комплекте. Что касается комплекта, пока я жестко, конечно, не определился, но есть у меня такой вот, можно так сказать, какой-то челлендж или что, как его назвать, не знаю, стимул, в общем, набить звание и сразу вот на нем прикупить комплектик. Вообще, реально это сделать нереально, и, в принципе, в дальнейшем вы все это сможете увидеть, вот прям вот качая званку и сразу покупая комплект. Я думаю, что, в принципе, у меня должно получиться это сделать. У нас еще один золотой ящичек на карте. Пойдем поищем точку. Точку я сразу нашел. Ну и как его взять без ДАшки, я пока не знаю. Голдик у нас уже летит. Давайте сейчас эту нитрушку заберем. Я надеюсь, что я успею доехать до голда. Должен успевать. Должен забирать. Я забрал. Жесткий ник у меня, конечно, на этом аккаунте, мне он очень нравится, и первый золотой ящик уже на данном аккаунтике у нас имеется. Вот про кого я говорил, вот он опасный, даже там был еще один Вика Смог был, а тут уже даже Вика Рикошет М1, так что
Такие вот уже жесткие падки попадаются со мной в катку. Но это, я думаю, не проблема. Уже первое место я из этой катки вытягиваю. 16 киллов за 5 минут, конечно, не очень-таки круто, но есть к чему стремиться. Хотя бы, наверное, 35 каких киллов бы набить было бы престижно для такого боя. Еще один голд просто голды у нас сыпет по КД. Все-таки у нас золотые ящики пока в игре. X5. Выпадение, поэтому сейчас прожимаем овердрайв и быстро едем искать точку. Точку вижу. Давай, 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 только не минусанись. Газуем, 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 газуем. Никого не вижу, никого не вижу. Ах, диктатор, диктатор, давай, 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 фокус, 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 фокус. Ах, не успел слить. Вот если был бы недалеко, возможно, бы успел бы забрать этот танк и мог бы побороться, забрать еще один золотой ящичек. Было бы, конечно, эпично. Ну а пока просто вытягиваем с первого места уже плюс 4 килла. И я думаю, что это очень-таки хороший отрывчик на таких званиях, с таким вооружением и вообще на такой карте. Ну, я думаю, на этом останавливаться не надо. Надо дойти, как я сказал, хотя бы до 35 киллов. Хотел я, конечно, тут попробовать выбить пятяточку, но зайдя к таким званиям, я понял, что пятяточку выбить будет тут крайне-крайне сложно, поэтому я уж не буду тут зазнаваться. Кстати, у нас там чудо-дроп падает, который дает моментальный овердрайв, но я до него уже не успею доехать, и это очень-таки печально. Вот если бы сейчас бы я бы его мог бы забрать, было бы, конечно, очень круто, но увы и ах, я не успею его забрать, и поэтому придется нагибать без овердрайва. 50% у нас к овердрайву уже есть, кстати говоря. Я уже два овердрайва проюзал, значит, это третий овердрайв у меня сейчас будет. А три овердрайва, как понимаете, это очень-таки круто. Три овердрайва за катку за 10 минут — это хорошо, это очень даже хорошо, при том, что на больших званиях это получается крайне редко. Ну, безусловно, без доли везения. Ну а тут три овердрайва сейчас будет. Это очень-таки круто. Так, давайте этот танк, блин, не забрал. Плюс 7 киллов, кстати, иду. Тоже неплохо, неплохо. Хороший отрывчик по данному поводу. Так, сейчас проверю. Да, все у меня идет. Запись идет. То я вдруг уже запереживал. Вдруг у меня тут что-то не идет. Вроде все очень-таки четочко. Давай, 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 быстро, быстро еще заберу танк. Блин, не успел. Не успел забрать. Кстати, до овердрайва уже 7%. Это значит, что можно будет еще там забрать. Давай, 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 хорошо. 30 киллов. 35 я хотел набить. 2 минуты у меня еще для этого есть. Давайте еще килл для овердрайва. Как раз плюс 1. И, кстати, до звания у нас тоже остается совсем чуть-чуть. Сейчас получим уже заветную званочку. 30 опыта у нас осталось. 33 килла. Давай, 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 еще танчик. Один, солью, солью, солью. Кстати, очень-таки хорошо идет. Может быть, даже и на 40 киллов я успею сейчас замахнуться. Было бы, конечно, неплохо на 40 киллов замахнуться. Звание капрала я уже поднимаю. У нас прям что не видео, то званочка. Пока у нас очень-таки красиво в этом плане идет. Мне очень нравится. Так, аптечка у нас не берется. Она какая-то лаганая, я так понял. 37 киллов. До 40 могу дотянуться. Еще бы один золотой ящик бы упал бы. Я попытался его бы забрать. Было бы очень тоже даже круто. Минута 20. Хорошо. Хорошо по времени у нас остается. И золотой ящик. Прям как я ванганул. Как я ванганул с голдом. Так, где у нас голдик, голдик, голдик? Где ты, голдик мой? Нитрушку прожимаю. Там точки не вижу. Где голд падает? Ах, слева далеко. Давай, может быть, успеем. Может быть, успеем. Может быть. Давай, давай, титанчик. Давай, нарез. Пожалуйста. Ну-ну-ну. И, блин, не смог я взять, хотя должен был забирать данный золотой. Что-то как-то хоречек меня сдвинул. Хотя вроде мне казалось, что я должен забрать этот золотой ящичек. Ну, что-то не получилось, что-то не фартануло мне. И 40 киллов на катке, еще осталось 40 секунд. Если бы четвертый овердрайв у меня был бы сейчас, это было бы, я думаю, вообще очень эпично. 4 овердрайва за 10-минутную катку, это было бы очень-очень круто. Но до четвертого я, наверное, хотя можно постараться еще успеть, если я сделаю хотя бы 2 килла. 2 килла сделаю. 2 килла. Нет, наверное, 2 килла у меня не получится забрать. Если бы я забрал хотя бы один бы дроп с пола овердрайва, то, возможно, таки на изи катке можно было бы и получить 4 овердрайва. Но а так не получилось, не фартануло. 43 килла на катке, где у нас даже играет первый сержант, играет на катке, и я 44 килла на своей жесткой воспожиге. Поэтому, ребят, если вы не верите в ноги в воспожиге, то, следовательно, посмотрев данный ролик, вы понимаете, что
данное вооружение очень-таки хорошо подходит не только для ДМочки, но и для других всяких форматов. В следующем видео мы, скорее всего, сыграем какой-нибудь другой режим и попробуем нагиб данного сочетания. Посмотрим, вообще нагибает оно или нет в режиме каком-нибудь другом. Пока я, ребят, честно говоря, не определился. Ну, а если вам понравился данный ролик, то обязательно прожмите лайк, подпишитесь на канал, если вы не подписаны, обязательно тоже нажимайте на колокольчик и пишите в комментарии, в каком режиме мне сыграть в следующем видосике. Это было бы мне очень-таки интересно. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока.